Посвятая служба информации телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у этим выпуском. Херсон и Гомель – новый вектор супрацовництва. Делегация нашего региона приняла удел у международным инвестиционным форуме «Таурыческие горизонты». Так распочиналось вызволение. У Гомельском районе отбылась реконструкция подей 1943 года. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Делегация Гомельской области на чале со старшиней облвыканкама Владимиром Дворником приняла удел у 10-м международным инвестиционным форуме «Таурыческие горизонты. Супрацовництва, инвестиции и экономичное развитие». Подробязности новых накерунков взаимодействия регионов у наших корреспондентов. Сучасная история сябровских отношений у Паўднёва-Усходнего региона Беларуси и Херсонской области распочалась у 2011 году подписанием погоднения в межрегиональном супрацовнике. За гэтые гады цікавасць украінскіх бізнесменаў да нашага рэгіёна ў грашовым эквіваленце ўзрасла з 6 да 11 мільёнаў долараў. Усяго за гэты перыяд у эканоміку рэгіёна выгадна ўкладзена 60 мільёнаў долараў. У структуры беларускага экспарту пераважаюць нятканныя матэрыялы з хімічных нітак, сілавыя ўстаноўкі і рухавікі. У нашых жыхароў папулярнасцю карыстаюцца херсонскія садавіна, гародніна і арэхі. Аднак перспектыўных напрамкаў для эканамічнага супрацоўніцтва у регионов значно больше. Менавіта про гэта ішла размова падчас визиту у верасні херсонской делегации у Гомель. У лику приоритетов обновление судноходства на одной из найважнейших водных артерий Европы – раце Днепр, повелишение поставок в украинский регион техники Гомсельмаша, а угадлевую сетку Гомельшины – украинской сельскохозяйственной продукции. Спотребилось усяго 2 тыдні, и вось переговорные процессы, распачатые на паўднёвым березе Сожа, знаходят свое документальное замацаванне у рамках форума на паўднёвым беразе Дняпра. Беларусь не первый год вяде активную пропрацовку пытания по будаўніцтве порта Ракамора на глубоководном участку Дняпра у Брагинском районе. Гэта практично на мяжи с Украиной. Идея складаецца у тым, каб загружать у гэтым порте судна змешанага класса, якія змогуць доставлять грузы праз Чорное море Украины, Европы, Азии и Африки. Перед нашими краинами и областями открывается грандиозная перспектива по поширению объемов перевозок грузов водным транспортом. Есть великий потенциал для организации перевозок по Днепру нафтопродуктов, лесу, будматериалов, продукции черной металлургии. Заводом Петриковского горно-обогащального комбината резко узрасте грузопоток калийных удобрений. Створение водного транспортного канала не только дозволить поскорить доставку грузов, але істотно снизить кошт транспортировки белорусской продукции Украины, Африки, Азии, Латинской Америки и, как выник, повысить конкурентоздольность. Идея об обновлении судноходства на Днепры потрымали президенты двух краин Александр Лукашенко и Петр Порошенко у мая этого года. Рашение этого пытания до сегодняшнего дня упиралось в вызначение крыницы финансования на территории Украины. Особистые перамовы Владимира Дворника с керавництвом наибуйнейшей суднобудаўнішай компании «Небулон» завершились на форуме подписанием трехбакового меморандума. Традиционные экономичные интересы в области, поширение рынка сбыту и повелишение поставок техники Гомсельмаша. Например, сегодня в Украине парк комбайнов под маркой Полесья наличивает маль 2000 одинок. Как подлечили специалисты, агульная потребность Украине суседцы на нашу технику не меньше за 1500 одинок, у тым ліку на полях Херсонщины до 500. Развитие этой темы может отрымать и устварение у Херсоне сборочной вытворчести. Менавіта гэтые пытания будут вырашаться у ходе реализации подписанного дилерского договора помеж Гомсельмашем и Херсонским машинобудаўнічым заводом. Як чакаецца, першыя пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі гомельскага прамысловага гіганта адбудуцца до конца гэтага года. Ацаніўшы падчас візіту на Гомельшыну якасць наших дарог, кіраўніцтва Херсонскай вобласці ўжо на сваёй тэрыторыі праводзіць прадметныя перамовы з кіраўніком Гомель Аблдарбуду Ігорам Краўчынкам аб стварэнні партнёрскага прадпрыемства. Гомельшане прадаставяць свае тэхналогіі, а украінцы працоўныя рукі. Што тычыцца пашырэння асартыменту прадукцыі на прылаўках крам Гомельшины, этому будет содействовать реализация подписанных погоднений о поставках у наступном годе персиков, абрикосов, кавунов и дынев, а так само рослинного олею. Як отзначил в конце своего выступления Владимир Дворник, я хочу выказать упэўненасць, что реализация всех этих проектов станет еще одной цаглинкой у трывалым будинку сябровства белорусского и украинского народов. Вольга Рабикова, Настасья Кучинская, телерадиокомпания Гомель, Херсонская область, Украина.
Протягиваем выпуск. Вернуться у минулое на 74 годы. В Гомельском районе отбылся историко-полявый выход и ретро-пробег по местах боевых деяний 1943 года. Военно-историчное клубное объединение «Гонор мундира» проводит его что год и по максимости максимально наближая реконструкцию до эпохи минулого. Старт дали каля братской могилы воинов-вызволителей у населенном пункте Теруха Гомельского района. С подробязностями Ганна Ковалева. У этой братской могиле сотни солдат 37-й гвардейской рыльческой стрелковой дивизии, которые отдали свои жизни за вызволение вёски Теруха. А пошние 5 годов у этой осеньские дни сюда приезжают представники военных комиссариатов региона и члены военно-исторического клубного объединения «Гонор мундира», каб ускласти вянки и ушановать память загинувших. Для некоторых это место особливое. На мемориальных плитах знакомые прозвища и имены. Мой прадедушка, моя прабабушка, они все здесь, да. Их они погибли за несколько часов до освобождения деревни. Значит, хотя до этого шло какое-то итальянское подразделение, это в основном жителей, итальянцы предупредили, смотрите, ездит немецкая группа, которая зачистками занимается, убивает людей, жжет дома, но не поверили. Но тем не менее, ворвалась немецкая группа, вот окружили деревню, кого похватали, загнали в дом и подожгли. Ну, мне, наверное, как помню, себя, наверное, года 4 у него было, ко мне сюда первый раз привели, дедушка рассказал, это же могила, это же не просто там ради красного столца какая-то дощечка. Здесь реально прах этих людей лежит, да. Раз несколько годин после забойства безвинных людей у вёску пришла 37-я дивизия. Миновито с яе уделом и у гэтых местах и шла Гомельско-Рыльческая наступальная операция. Яна стала первым кроком на шляху до вызволения усёй Беларуси. Отсюль распачаліся первые километры белорусской земли, свободной от немецко-фашистских захопников. Отступление ворогов и шло по ночах. Боевой маршрут пролягал про раку Сож, якую нашим солдатам пришлось форсировать. На военной технике яе переодольвали с допомогой переправы и от сразу уступали у бой. Наступление подтримливала авиация. Праз 1,5 месяца был вызволен первый областный центр нашей страны – Гомель. А праз 69 годов энтузиасты, чьи родные особисто бачили тые подеи, организовали военно-историчную реконструкцию. Объединение «Гонор мундира» проводит ее штогод на протягу 5 годов. Для этого в Гомельский район съезжаются люди из усюй Беларуси и российского помежа. В целом в мероприятии участвует около 40 человек. С самим реконструктором им очень интересно, они живут этим. То есть, ребята, вы видите, с собой у нас только аутентичные вещи, только аутентичные там шинели. Точно так же бойцы ночевали в лесу в 6 градусов там и так далее. То есть выживали. Мы на пароме переправимся с броневиком. Вот. Ну а ребята пешим ходом переправятся, форсируют тоже реку. Вот. Ну и далее у нас наши коллеги имитируют именно того противника, который находился исторически на тех позициях. Броневик БА-64, автомобиль ГАЗ-67. Миновито гэтые модели техники примали удел у наступальной операции. Некоторые машины члены объединения обновляли самостоятельно за уластные сродки. Серед удельников объединения энтузиасты из усіх кутков Беларуси, не только. До речи, праз 2 года «Гонор мундира» отзначит 10-годовый юбилей. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Магчимость отшуть себе сапраўдным байкером з'явилась у выхаванцев Гомельского дитячего дома. До их у гости приехали представники белорусского отделения международного клуба уладальников Харли Дэвидсон. Посидеть за рулем легендарного мотоцикла подохватились и хлопчики, и девчонки. Разом с байкерами дети зладили сапраўдную фотосессию. Гости приехали с подарунками, привезли у дитячий дом водонагравальник, сантехнику, диваны и фотоаппарат. А еще размовляли с детьми у неформальной обстановцы. Для этого у столовой ладили сябровское чаепитие. Юные артисты так само подрихтовали для байкеров подарунок – невеликий концерт. Когда у человека есть возможность помочь кому-либо, то это надо делать всегда, постоянно, на постоянной основе. Почему Гомель? Ну, наверное, Минск избалован всякими мероприятиями, все там происходит. А мы хотим, чтобы и в регионах, и в Гомеле, и в Витебске, и в Могилеве появлялось больше увлеченных мальчишек, девчонок, которые хотели бы путешествовать, кататься на байках, достигать своей какой-то мечты, тем более она достижима. Гэты, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорта у вас познакомит мой коллега Максим Савин.